Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тестик имбушки, который мы прокачали, вам показывал. Это у нас будет Командора, 30-й прорыв. Все дела, только не такая сборка. Мы сейчас ее немножко переделаем. Сделаем максимальную атаку. Там у меня по коробкам творится. Нормально, немножко подкопил за неделю. Такс. ППшек у нас тоже хватает. Поехали. Вот так вот. Вот так вот у нас максимальная практически атака. Единственное, мы сейчас еще доделаем здесь грубую силу. Победный выпад, урон. В общем, вот такая вот Командора. 49 600 атака. Жизни, как видите, тоже, в принципе, очень прилично. Еще ставим сюда панчбокс. И поехали. Посмотрим. Конечно, ее смотритель будет шатать, как и всех остальных героев. Тут бесспорно, но сейчас посмотрим, сколько она там будет. Уху, фига себе. А, смотрите, миссует ее. Ослепление сработало. Офигеть. 86% базы, просто тупо один герой. Ну, нереально. Тут против такой сборки уже, я не знаю, что там надо. Это просто жесть. Ну-ка, давайте попробуем Космо. Космо ушел в инвиз, ребят. Космо просто ушел в инвиз. Я офигею. Это просто жесть. Ну, 76%. Один герой. Что еще надо, вот скажите. Давайте ради интереса пойдем там. Писали, ты нападаешь вечно не на топов. Поехали. Ой, дырочный. Здорово, Вася. Ты чё? Это ужасно. Просто ужасно. То, о чем я вам говорил. Смотритель и герой. И герой просто уходит у вас в инвиз. Так, надеюсь, на него сейчас не нападут. Сейчас мы подшаманим немножко. Покажем ему, что у него тут дырка. Что он дырочный. Они розу слить не могут, что ли? Это жесть. Ну вот видите, Фрея. Ну пакт, в принципе, понижение. Тут надо ставить... давайте попробуем ради теста сейчас не грубую силу, а поставим выживание. Чтобы немножко дольше герой продержался. Понятно, что урона тут в разы меньше, но я думаю, это фигня все. Так, надо нам смотрителя убрать. О, сейчас получше будет. Просто песня, ребят. Просто песня. Антигерой, посмотрите, что делает. 76%. Вот как-то так. Ну, это нереально, вот я не знаю, на битве гильдии пройти сейчас просто изи любого. Да ну нафиг, там просто терпят. Жесть. Ладно, до PvP локации сейчас дойдем. Давайте, самое интересное, ради чего я качал такую сборку, я вам показывал. Она тащит на подземках. Мы сейчас обратно же вернем на подземке. Вот так. Ну, пошли. Просто сейчас поулыбаетесь. С урона, что она выдает. Это просто жесть. Вот это герои.
Смотрим. Внимательно смотрим на центр. 3 миллиона, там 4 миллиона. Обалдеть. Все, что надо, это чтобы по ней просто били. Офигеть. Я думаю, Минотавр там или какой герой так быстро не пройдет подземки, как вот этот. В смысле по убиванию, по скорости убивания, прохождения. Давайте пятую. 5-10. Тест. Да, она просто будет в стане сейчас, смотрите, что делает. Офигеть. Просто офигеть. Обалдеть. Да. Вот, вот вам герои на максималке. Так, вот тут будет поинтересней. Ее, скорее всего, ушатают. Не скорее всего, а точно. Просто интересно, наберет ли герой 50%. Запросто 50% с первого раза. Ну, идем на седьмую. Конечно, у нас сборка на атаку. Нас тут сейчас ушатает, но это все фигня. Чтобы пройти вот хотя бы до сюда там. Видите, шатает, надо сборку менять на деф. Чтобы пройти хотя бы до сюда, берете магию. Давайте сейчас магию возьмем. Там такие самые проблемные, забежим туда. Ну, 7-9, не знаю. Тут надо нормально будет посидеть над ней. Давайте так, раз, два. %25. Ай-яй-яй, не успел я кинуть этот. Ну, заморачиваться можно, но, конечно, 32%, ребят, один герой выносит. Я уже показывал с ней, конечно, подземки, вон там другие подземки. Просто выкидывайте. Вот эта подземка тоже налегке проходится, в принципе. Правда, мы сейчас можем на отражалке убиться свободно на хранителе. Если попадет, ну вот 50%, 68 даже. То есть там, где немного юнитов, да и в принципе там, где много юнитов, тоже можно без проблем пройти. Какая там еще 7-6, по-моему, вот это проблемная. Тот же самый вариант. Раз, два, выкинули. Заморозили хранителя. И будет вам счастье. 40%, 51%. Все. Этого вполне хватает. То есть нету заморочки с юнитами. Вот как-то так. Такс. Давайте еще ради интереса сбегаем на восьмую. Я восьмую не прохожу. Лень. Посмотрим просто. Фейерверки такие прям. Так, ну тут. Тут надо где-то так, чтобы ее. Двенадцать-восемнадцать. Ребята, это просто жесть. 18% набирает один герой. По идее, в принципе. Попробуем еще раз. Сейчас мы где-то ее сбоку выпустим. Это надо будет позаморачиваться.
Можно свободно пройти, подземка узенькая получается. Но тут асурики. Чтобы асурики нас не... Мы не следовали об асуриков. Снимаем, ставим доспех. Кажется, она тут будет тащить. Эу. Сейчас попробуем еще заморозить. Ну это такое, 18% один герой, можно в принципе без проблем затащить. Давайте вот так вот подморозим. Раз, два, чем подальше выкинем ее. Все отлично, 14-19, но где-то в одно место бьет, странно. Даже 19%, с другой стороны там выкидываем еще одного, с этой стороны еще одного, там например Разурю. Ну попробуем 23%, то есть можно будет попробовать пройти 24%, дойдем до этого. В общем, как видите, герой реально для подземок в такой сборке просто обалденнейший. Что, оставим такую сборку, давайте. То есть будет такая, поехали на арену. Так, я ее сюда не взял. Так, быстренько что-то придумаем. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Нормально так выдают по камню, да? Вот, отлично, смотрите, хранитель. Ай-яй-яй-яй, видите, она не бьет сюда, к сожалению. Давайте еще разок попробуем. Ну, это не ее локация, однозначно. И соло этот герой, блин, ну, не будет так тащить, как хотелось бы. Сливает, надо сюда выживание ставить. Хотя, в принципе, если будет нормальная пачка, нормально это она будет шатать. Ну, видите, не особо много урона. То есть такое себе. А для подземок кайф. И для этой ЗБшки тоже будет очень круто смотреться. Поехали. Вот тут налегке все будет проходиться. Тут в принципе слабенькие противники. Тоже изи. Главное, чтобы по ней били. Без вариантов. Ну такая сборка, она не особо будет востребована везде. Ну такое, плюс-минус. Давайте кинем сюда. Пятьдесят процентов есть. Поехали дальше. Хочу просто дойти до более сильных противников. Вот отлично, типа плана. Ну посмотрите, смотритель как ударил. 50% ее слили. Против смотра нет приема. Поехали на по локации. Вот это будет самое интересное, наверное, еще ЗБшка. Так. Так, малышаника отсюда уберем. Ну что там, она повыносила, ну конечно, осталась Фрея наполовину, но Огник все равно достойно.
половину героев просто вынесло. Как видите, сносит, но ее шатает, у нее нету дефа. Надо деф. Интересная заруба. А, там тоже 30-е. Здесь единственное надо, чтобы смотрите, что сделал, офигеть, ну круто, ну деф, опять же деф, когда будет пачка, в принципе, она будет нормально дамажить, но в такой сборке соло в PvP она будет выносить, но видите, она получает урон, ее надо ставить на задний план, тогда от нее будет толк. Вот смотрите, что сделала. Половину героя просто тупо ушатались. Ну все, тут нас она бьет не туда немножко. Ну против Рея однозначно она не затащит. Но убивает очень прикольно. Ничего себе, посмотрите, какая там роза живучая. Ее не так просто убить тоже, наверное, со дефный вариант. Так, ну давайте попробуем. Попробуем против огника, что там. Понятно, что она сольется, но хоть посмотрим. Посмотрите, что один огник остался. Но один на один он, конечно, может ее ушатать. Он ее ушатает. Ну, деф. Ничего не сделаешь, но все равно прикольно, то есть если нету ограничения, она шатает бешено. Ну на подземках, конечно, она круто смотрится, мне очень даже понравилось. Надо будет ее еще потестировать на угольной армии. Вот так вот. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу героя. Ну, как по мне, она реально очень крутая. Можно разные руны ставить и тестировать в разных локациях она будет. Ну, конечно, ППшка это чисто такой подземочный вариант. Да, она дамажит много, но герои очень быстро убивают. Но все равно, посмотрите, 40-50% выносит один герой. Ставите еще Ронина, еще там 20-30, допустим, потом еще кого-то, и добить там, в принципе, не проблема. Бигфут, Роза, вариаций очень много. Вот так вот. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.